Так, теперь я поеду к... Ну, точнее, я пойду к свиту. Так, утро наступило. Прекрасное. Так. Это что такое? Кто? Кто это сделал с моим домом? У соседа пукан горит. Даже офигеть, что с его тачкой сделали. Так, а я ему в следующий раз еще раз сильнее наваляю. Так. Ладно, к свиту пойду сейчас. Сейчас все дверями. Ясно, я понял. Скорее всего, он у Рудера. У Рудера он. О, привет, свит. Привет. Ну а чё, поедем? Куда? А, я ж вспомнил простое задание. Закрасить граффити. Я ж хотел это задание тебе дать ещё в 1987. Но, после того, как ты уехал, я решил отложить это задание. А потом ты через 5 лет вернулся. Ну всё, поехали. Так, первое граффити, которое мы должны закрасить, ща укажу где. Вот это вот место. А почему мы должны знак закрасить? А, это получится ловушка для балласов. Какая еще? И что я должен сделать? А, ты должен закрасить стрелку, чтобы она не указывала, что надо сворачивать налево. А чтобы указывала на прямо. Хорошо. О, все готово. Все готово. А ну-ка давай куда-нибудь спрячемся. Давай. Все, вот здесь спрячемся. Так, вот балласы, куда они поедут. Ну прямо же. Стоять. А, вот оно что. Забавно. Все, закрась какой-нибудь стол. Хорошо. Например, этот зеленый. Все. Ну все, я перекрасил все столбы. Молодец. Ну все, едем домой. Поехали. Ну все, пока, пока. Надо бы себе купить гараж. Хотя у меня есть уже гараж. Не, своего гаража нету. Жаль. Ну ладно. Потом как-нибудь забабахаю его.